Приветище! Я вернулся в Satisfactory. Сколько лет прошло, сколько зим. Комментарии просто все прожужжали мне уши и глаза. Нет, правильно сказать, прожгли мне глаза. Значит, что у нас тут имеется? Пару сохранений. Последние, которые были сделаны 23 декабря 2001 года в 2 часа дня. Это последний. Есть еще 30. Не, последний 23 декабря. Давай зайдем, посмотрим, что у нас там было, как это было вообще. Это прошло уже 3 года почти, да? Получается, что 23 декабря 2024 года будет ровно 3 года. Ух, какой я старый, ужас. Ты почувствовал, да, как время летит? В общем, елка еще стоит, ё-моё. Точно, там же предновогодняя вся суета была. Елочки, а тут еще, кстати, висели всякие леденцы на ней. Тесла с квадратными колесами. Обалдеть просто можно. Так, еще синхронизацию надо лупануть. О, яйцо какое-то. Что это за яйцо? Не помню уже, прикинь. Оно открылось. А, это пчелы. Ну, сейчас я вот... У меня есть крутой ножик, которым я... Нифига себе. Они, короче, теперь постоянно из него вылупляются. Не разовая акция, а постоянно. Ну, что я тебе хочу сказать. Мы здесь... О, а это вот база-то, она изменилась. Наверху кольцо появилось какое-то. Ничего себе. В комментариях писали, что здесь появился сюжет, и только ради этого я сюда и вернулся, чтобы посмотреть, чем в итоге все закончится, для чего вот это вот все. Выходим, значит, в главное меню, вспомнили, каково это, чего это, у нас же там еще поезд был, ностальгия. И сейчас мы начинаем новую игру в новой локации. Я, по-моему, вот в скалистой пустыне начинал, дюны для продвинутых первопроходцев. Продвинутый. Как может быть первопроходец продвинутым? Он же впервые идет по этой территории. Ну ладно, не важно. В общем, я понял. Пустынные дюни. И это все, что нам нужно. Пропустить вступление. Нет, вступление нам нужно. Называем эту фигню как... ну, дюна. Почему бы и нет. Надеюсь, там будут червяки. Огромные, жрающие песок и людей черви. Поехали! С возвращением! Спасибо. Отсоединение от основного транспортного блока. Группа 8 прибыла в пластический сектор. Все первопроходцы дееспособны. Начинается распределение. Внимание, первопроходец. Я ваш личный экземпляр автоматизированного нейросетевого ассистента Анна. Добро пожаловать в программу спасения корпорации Fixit. Первопроходец Fixit должен выполнять 3 основных вида работы. Строить. При возведении любых сооружений все первопроходцы обязаны придерживаться указанных инструкций Fixit. Автоматизировать. Каждый первопроходец отвечает за разветвление и эффективную работу трубопроводов, аванпостов и энергетических систем. Исследовать и осваивать. Планеты, выбранные корпорацией Fixit, обладают большим количеством ресурсов для использования их в наших целях. Услышьте нашу песню. Вот почему мир рассчитывает на таких первопроходцев, как вы. Fixit — быстрое решение давних проблем. Начинается посадка. Вход в атмосферу через 3, 2, 1. Начало аэродинамического полета. Сопротивление в пределах допустимых параметров. Трясет немножечко, трясет. Началась посадка, замедление. Раскрытие парашюта. Я вон наш фонарик вижу. Раскрытие запасного парашюта. Отсоединение парашюта. Началось приземление, активация тормозного двигателя. Как старый добрый, как в первый раз. Ух, пустыночка, пустыня. Что-то очень эта пустыня. Контакт с поверхностью. Посадка на планету завершена. Целостность посадочной капсулы минимальная. Наличие универсального исследовательского костюма условное. Состояние первопроходца приемлемое. Что-то эта дюна похожа на то, которая была у меня только что в загрузке, нет? Или это все-таки разные места? Надеюсь, что все-таки разные. Там уже залежи золота, я вижу. Поздравляем! Вы третий в этом секторе, переживший посадку. Приветствуем на планете Message 2.
бинарной системе Акича. Кича. Загрузка ознакомительных задач. Начните прохождение инструктажа. Мне так лень, вы что тут проходить, Анна, честно скажу. Средства защиты, которые необходимо иметь при себе при знакомстве с инопланетной планетой. Придерживайтесь процедуры Fixit и вооружитесь ксеношокером корпорации Fixit перед выходом из капсулы. А у меня, я, кстати, сейчас точно. Враждебные насекомые, вон там уже токсичные пердежи, я вижу, вон, зеленые. А как ксеношокер, мне его создать нужно же, да? Точно. Фонарик как бы у нас есть. Инвентарь. А, вот он, ксеношокер. Ксеношокер берем в руки. Не надо его было создавать. Все забыл. Абсолютно все. Следующая задача — разобрать посадочную капсулу. Как непривычно, что у меня нету джетпака или прыжки хнок. Там уже какое-то насекомое. У меня же был этот. Нет, у меня ничего нету с собой. Там же еще, смотри. Пойдем, короче, сходим туда. Месторождение заодно будем исследовать. Железо ищем. Какой здоровый бычара, но он меня забодает однозначно. Так, железо в 200 метрах от меня. Нет, стой. Ты что быкуешь-то? Я вообще вот затем пошел. Не надо этого делать. Ёлки-палки, мне вот эта железная субстанция нужна. Энергослизень. Не надо, не бодай меня. Они нам помогут ускорить наши производственные цеха. И там вот я сразу другого еще желейного увидел. Судя по всему, этот полуслизень существует исключительно за счет того, что поглощает и собирает энергию из окружающей среды. Но действительно же, его изучение может помочь разработать новые методы оптимизации производства Fixit. Сохраните этот потенциальный ресурс для дальнейшего применения. Сохрани, мама, не переживай. Ай, кто-то мне по жопке дал. Да чтоб тебя, бычара! Ну, свали отсюда! Пока... Да не смотри ты так на меня. Я с тебя сейчас шкуру сдеру. Будешь на меня так бычить. Козлина, а? Иди сюда! Чё ты валишь? Чё ты сбегаешь? Нафиг. Ай, здоровье вообще не к черту. Ай, больно. Чё-то я передумал с тобой драться. Не, он меня сейчас завалит. Стопудово завалит. Все, я сдох. Ну, это же было очевидно, да? Но слизня я сейчас приду, этого заберу. Начало просто эпичнейшее. Так, а погоди, а где я появился? Контейнер смерти находится там. Зашел в игру. В строительную. И сразу окочурился. Нифига себе мне бежать. Вы что издеваетесь-то? Зачем так далеко? О, орех. Орех. Сейчас мы подпитаемся немножечко. Орешек в руку возьми. Найден потенциально съедобный предмет. Тот факт, что вы съели этот предмет и выжили, ничего не означает и не дает Fixit достаточно оснований для принятия решений. Сохраните этот потенциальный ресурс для дальнейшего применения. Да я его сейчас схаваю, чудо. Как его сохранить-то? Сожрем этот орех. И все. Че так далеко бежать-то? Не надо было капсулу разбирать. Вообще, эту Анну не надо было слушать. Если бы я капсулу не разобрал, я бы появился рядом с капсулой. А так, пико знает. Вообще хаб надо построить, да? Как бы да. Но для этого железа же нуда. Нуда. Нужно. А я же, видишь, как. Я его еще не собрал. Давай. Давай, сканер. Эй, сканер. Я нажимаю на сканер. Вот, наконец-то. Вон железо, вот железо. Ну, учитывая, что мы бежим по пути, почему бы его и не собрать? Не отколотить себе парочку для хаба. Автосохранение уже появилось. Раньше надо было, пока я не сдох, автосохранение. Ну чё ты везде меня преследуешь, скотина? Надеюсь, он меня не долбает в этот железный рудник. Следующая задача — с помощью строительного пистолета построить хаб. Основным необходимым компонентом в ближайшее время будет железо. Я всё понял. Сера. Короче, хаб нужно построить вблизи с рудой. Не бегай за мной. Чё так страшно-то стало здесь? Мама мия. Возьмите меня в космос обратно. Сейчас я капсулу рожу. По новой. И улечу, и свалю отсюда. Не, ну серьезно, показывали хотя бы километраж, сколько мне бежать-то?
до своего контейнера. О! Ничего себе! Вот он мой контейнер-то, прибежал. Причем первым я увидел этого слизня, а контейнер уже потом. Все забрать, ничего не оставлять. Этот пухлячок наглый свалил. Он мне тут теперь больше не будет мешать. Кабанидзе. Тимон недоделанный. А, не, Пумба. Пумба недоделанный. Тимон, это же маленькое мохнатое существо под названием Цурикат. В газовом облаке строим хаб или как? Вообще, желательно рядом с рудником. Рядом с рудником, который где? Подожди, ближайший 66 метров. 201, 308, 66. Ну, то есть, вот этот вот рудник здесь неудобно. Я пойду возвращаться к тому руднику, где я только что добыл. Железо. Неудобно, потому что он где-то там на возвышенности. Надо какую-то ровную поверхность найти. Подожди, вон там деревья, кстати, но нету железа. Здесь помимо железа есть еще и руда. Что это? Неограненный кварц, пожалуйста. Кнопсина какая-то стоит. Тут у нас что? А, так вот, железная руда. А почему мне показывали ту его кучу? Ты что плюешься? Ты что плюешься? Я даже не вооружен. Подождите секунду. Ай-ай-ай-ай. А ты, да вы в кого? Да ну нафиг, вы чё? Сдурели что ли? Прыгай, прыгай, прыгай. У-ху-ху-ху, полетел я. Я понял, эту точку кто-то держит. Ну, в смысле кто-то, кабан и псина. Зараза, мне нужно мощное оружие, чтобы их вытеснить. Так, а вот это, о, рядом с лесом. Прикольно, конечно, это все. Прикольно. Слушай, ну учитывая, если я сейчас хаб там быстренько построю, то можно там и затусить. И пофиг на этих бешеных кабанов. Пумб. Псина вон стоит. Значит, я просто в наглую подхожу и строю вот здесь хаб. Там кто-то еще рычит. Рыки слышу. Ну, короче, вот где-то вот тут вот хаб у меня будет. Построен фундамент хаба. Терминал верстак хаба — это лишь скромное начало пути первопроходца фиксит к успеху. Однако без них нельзя перейти к следующему этапу инструктажа. Когда хаб будет построен, он станет вашей глобальной рабочей базой. Следующая задача — выполнить улучшение хаба 1. Ну, давай попробуем улучшить хаб. Да хватит урчать там уже. Эй, не заходи в мой хаб. Это мое место. Я здесь. Застрял, да? Я тебя буду вот так вот теперь электрошоком. Надо подсесть. На тебя. На. Я не знаю, я бью его или нет электрошоком своим. О, морда, на. Получай. Ты сдох? Нет, он еще живой. Долго я тебя буду электрошоком-то фигачить? Я уж чуть ли на него не сел. Когда ты? Все? Ура! Ура, я его завалил. Какие у тебя зубы. Какие глаза. И все это теперь мое будет. Найдены образцы нового инопланетного организма. Особенности тупые зубы, что может свидетельствовать о травоядности. А также плотное пластитное покрытие на черепе и спине, что может свидетельствовать о приспособлении к местной форме жизни. Сохраните эти останки для последующего изучения. Ну как бы, мы потом из этого броню сделаем крутую. А псина-то убежала, да? Да, псинки пока... А, нет, вон она тусит. Ну и пофиг с ней. Значит так, железо мы можем сейчас сделать. Молоточком давай полупим. О, да. Прям 15 сделаем, да? Да не, давай десяток. Вот, все, нам десяток хватит. Что ж нам дальше там построить? Улучшение хаба. Угу. Выбрать цель. 10 прутьев железа. Сейчас мы их сделаем как раз. Псина там урчит что-то на меня. Да ты офигел! Я вообще-то тут работаю! Мимо. Я сейчас к тебе подойду. Я тебя сейчас как током. На. Все. С ними разговор короткий вышел. Один образец неизвестный вора. Судя по всему, плазма, которую он использует как оружие, сберегается в виде стабильного химического вещества в отдельном органе возле рта и переходит в летучее состояние только при контакте с одним из химических элементов, присущих в воздухе. Сохраните эти останки для последующего изучения. Лады. Все, у меня все есть. Хап, 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 хап. Первого уровня у нас будет сейчас строиться.
Я отвоевал эту территорию! Так что теперь это моя зона. Хаб 1. Хранилище и каркас. Переносной бур и другое оборудование теперь можно изготовить в мастерской. Поздравляем с достижением первой цели, за которую последние новые цели, открывающие доступ к рецептам. Я уже запарился читать, у меня сейчас слюны уже пересохнут во рту, и все. Я вообще болтать не смогу. Короче, хаб второго уровня делаем. Вот он, ящик моей мечты для хранения всякой балды. Значит, нам нужен теперь это. В общем, все понятно. Что там я еще могу построить? Мастерская. Верстак. Да, давай мы сейчас начнем с этого. Вначале. Мы же буры теперь можем переносные делать, правильно? Вот мы сейчас сделаем и на железо воткнем. На железо поставим. Вот. Вот железо у нас. Сейчас шлепнем сюда бур. Вначале, конечно, железо добудем, сделаем все, что необходимо. А бур же делается в верстаке, правильно? Или в мастерской, поэтому вначале это надо построить. Что ж, давай посмотрим. Ага. В принципе, на полпути уже. Мастерская. Значит, мастерскую мы прицепим. Вот где-то вот как-нибудь тут не получится. Значит, мы ее крепим сюда. Сейчас я разворачиваю. И вот таким вот образом. Давай же, крепись. Вот! Отлично встало. Это елки. Вот, я теперь буду сюда забегать. Можно было ее, конечно, немножечко в краешек. Ну да, ничего страшного. Итак, где здесь у нас переносной бур? У меня на него уже все есть, отлично. Шлепаем его. Ксеношокер у нас тоже имеется. Он у меня в руках, поэтому сейчас не до него. Переносной бур у нас справляется сюда. Скала и камень. Достижение даже какое-то получил. Ну чё, давай добывай. Молодец. Уже работает. Сколько нам чего там нужно для хаба 2? Ага. Столько прутьев, столько листов. Я понял. Ну чё там по железу? Много добыл? 30 штук. Вообще неплохо взять все. Блин, а там-то ты посмотри, какой оазис. Зеленушечка, красиво все. А вот это, подожди. Вот это дай гляну, что это. Это сера, что ли? Орешки вон растут. И пещерка есть какая-то. О, если вдруг тут будут какие-нибудь дикие вихри. Известняк это. То можно в пещерку спрятаться. Орехи, конечно, возьмем. Надо все это подхавать немножечко. А то здоровье вот так поправим. Да, отличное место. Вот фонарик включил, и все пучком. Вернулся на базу, а уже и темнеть потихонечку начало. Жутковато здесь всякие дикие звуки издаются. Прям мрачная обстановка, я бы даже сказал. Но ничего страшного. Это моя территория, и я здесь с нее добываю руду. Так что никто на меня здесь не должен посягнуть. Все, наколотил. Отколотил все, что можно, и сожрал еще зачем-то орех. Все готово, выбираем цель, закидываем. Такой, знаешь, это нажал кнопочку, и все, у тебя крыша над башкой появилась. Классно. В плавильне можно переплавить сырую руду, например, мить и железо в слитки, а с помощью сжигателя биомассы получать энергию. Интересный факт. Местная флора и фауна в большинстве своем совместимы с технологиями Fixit. Заправка зажигателя биомассы ненадлежащими материалами приведет к урезанию или даже отмене вашей годовой премии. Вы офигели? Следующая задача — выполнить улучшение хаба 3. Я тут выживаю как могу, а вы мне там премию урезаете. Офигели совсем. Итак, что нам там открылось? Производственные машины, плавильня, отлично, энергетика, линия электросети, зашибись. Значит, для того, чтобы плавильню нам поставить, нужна медная проволока, значит, теперь мы ищем медь. Фонарик, конечно, включаем. Медь. Поехали искать тебя, медь. Где ты у нас? Нашли. 218, 300 метров, 360 и 452. Короче, ближайшая 218. Окей, сейчас я, короче, железный бур опорожню. Все с него соберу, чтобы он дальше добывал. Потому что 100 единиц у него максималка, дальше он просто стоит и ничего не делает.
Так, если мы идем за медной проволокой, знаешь, что у меня идея какая? Мы сейчас забежим с тобой в мастерскую. И вот шлепнем себе два бура. Мало ли мы там... Один на медную руду поставим, а другой на какую-нибудь другую руду. Мы сейчас ее найдем где-нибудь здесь. Ну, кстати, у нас же тут вот известняк есть. До известняка, конечно, нам далековато еще, но при помощи него мы сможем фундаменты делать. Можно, в принципе... Так, эй. Надо это все разбить сперва. Я думаю, что, где у меня этот-то инструмент, который разбивает? А, стой, подожди. То есть я вот это... Вот, наконец-то сломалось. Я ж думал, что у нас извиняк не ломается. Так, а что здесь? И ничего и нету, что ли? Вот отстой! Это не место рождения известняка. Понятно, я немножко лоханулся. Идем тогда медь искать. Где же медь? Где же... О, а вот и медь. И орешки. Орешечки. Травушку пособираем. Пригодится нам сейчас, так как появится плавильня. Ой. Ой! Кабан! Кабан! Пумба! Отстань! Ладно, я сражусь с тобой. За это место рождения. Я буду очень ловок, и ты даже меня не ударишь. Смотри, как я прыгаю. Ну, иди сюда. Готов? Что-то как-то быстро. Очень быстро. Ну, ладно. Мы сразились за ним за медную руду. Что-то как-то 250 метров я быстро преодолел. Ломаем, втыкаем бур. Вот, кстати, вот здесь вот все быстрее случилось, нежели с известняком. Вставляем бур. Давай. Пока он тут добывает не медь, я проведу разведку области. Смотри, какие прикольные деревья. Похоже на сортир. Ну ладно, биотуалет. На биотуалет. Мы же все-таки в будущем. Прикольно. Мне нравятся эти деревья. Так, вот это что у нас? Это ничего такого. Тут же как раз таки вон деревья зеленые. Я все говорил, какой там оазис. Вот я сюда и добрел. Ну, пустынный такой. Пустынный локейшн. Окей, возвращаемся за медь. Бежим на базу и делаем уже первую нашу плавильню. Водопад. Водопадама. Классно, конечно, что он тут присутствует в этой пустыне. Пригодится нам для охлаждения потом. Для охлаждения наших будущих производств. Сено собрали. Погоди, там кто-то ходит? Нет, мне показалось. А это ничего такого. Вот это вот, что это? Это что-то? Это ничто. Надо было, короче, хаб строить вот тут где-то посередине, чтобы до железа и до меди вообще рукой подать было. То есть одинаковое расстояние туда и сюда. Ну, кстати, там еще кварц вон есть. Можно кварц добыть. А, нет, кварц не добыть, потому что это не руда. Потому что это всего лишь залежа там небольшая. Что получается-то? Что? Я все сделал, что мне нужно. Медь мы превращаем в проволоку и в кабеля. Не в тех кабелей, которые по улице бегают, а обычные провода. Электропровода. Провода готово. Делаем еще медную проволоку. Сколько там ее? Десяток надо было, да, по-моему? Для плавильни. Вот мы это сейчас и сделаем. И идем строить нашу плавильню. Я ее разворачиваю, потому что тут будет бур, с которого мы сделаем конвейер, и он будет прямо вот сюда, вот в плавильню все это потом закидывать. Ну, конечно же, нам нужно протянуть кабель. Вот. И подзарядить чем-нибудь. Вот дровишка у нас тут есть. Топливо закидываем. И пошло. Пошло-поехало. А, заправляем плавильню чем? Конечно же, железом. Железо у нас тут огромная куча. И мы сейчас еще подкинем, потому что наш мини-бур тут уже все. Вот тебе еще железо. Пожалуйста. А, максимум только соточка тут. Ладно, я понял. Может быть, еще одну плавильню лупануть здесь? Почему бы и нет? Мне хватит ресурсов? Нет, не хватит. Чтобы медь сразу делать. Медную проволоку. Окей, я сейчас это сделаю. Не вопрос. Прям, чтоб удобненько было. И тащим провод. Провод тащим вот сюда. А что ты не хочешь подключаться? Нет свободных линий электросети для подключения. А столбики я еще не умею делать, да? Линия. Нет, столбики я еще не умею делать. Блин. Ладно,
На будущее тогда пусть стоит. Без проблем вообще. Что еще я могу здесь построить? Да, в принципе, ничего. Нам нужно просто апгрейд хаба сделать еще. Хаба третьего уровня. Для него потребуется вот это и вот это. А вот, кстати, и столбики появятся. Отлично. Ну что ж, делаем тогда, делаем. В чем проблема-то? Надо, кстати, посмотреть. У меня же там железо переплавилось. Чё я мучаюсь-то? Шо я мучаюсь, когда у тебя плавильня есть? Вот. Вот это вот сюда. Это сюда. И сейчас траву, которую мы собирали, тоже будем перерабатывать в топливо. Давай же перерабатывай. Работаем! Включить нужно. О, поехало. Работаем. Значит, новый риск разблокировано. Та-дам! Выполнено улучшение хаба 3. Внутреннее обустройство. Конструктор может производить простые детали. Электростолбы позволяют расширять электросеть. На случай важных и неизбежных ошибок корпорация Fixit предусматривает функцию демонтажа, которая позволяет сберечь все ресурсы, используемые в строительстве. Согласно нашей политике нулевых отходов, мы понимаем, что первопроходцев Fixit всего лишь люди, и им свойственны ошибки. Следующая задача — выполнить улучшение хаба 4 уровня. Нет проблем, только я сперва столбик поставлю. Столбик нам нужен. Сколько тут у нас по топливу? Блин. Надо травы опять пойти порвать или древесины где-нибудь раздобыть. Столбик. Столбик. Извести. Извести вот нам и понадобится. Благо я ее нарубил уже там. Извести нарубил. Добыл. Извести. Извести, извести, извести. Вот бетон. Столбик я поставлю вот, 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 вот здесь. В принципе, должны мы дотянуться. И теперь мы делаем вот что. Отлично, отлично. Все готово. Сюда закидываем медь. Надо, кстати, за ней сходить еще. Вот медь 19. Железо там у нас стоит полным-полно. И древесину давай лучше. Она дольше перерабатывается. Пойду за медью. Схожу, посмотрю, как там у нее дела. Так, что у нас здесь по производству? Вот, конструктор появился. Он сможет нам делать нарезные все детали. Типа там пластин металлических и прутьев металлических. А также и проволоку медную. Чтобы это мне не делать, было бы классно. О, известняк опять. Только, конечно, мы тебя добудем. За ночь, походу, вырос. Или это, скорее всего, другой известняк. Готов. Ну да, скорее всего, это другой известняк. А пойду посмотрю вот это что. Что это? Там вот кварц я вижу. Там залежи, скорее всего, железа это всего. Там медь, а это железо. Не, да, это железная руда. А вон там... А, это тоже железная руда. Угу. И кварц, конечно же, кварц. Так, я, походу, рудник свой потерял. Мама мия. Ну, он же вот-вот-вот где-то там вот должен был быть. Так... Что-то непонятки какие-то. Вон там ли не бурли мой стоит? Вот тут он где-то вот стоит. Вот где-то вот здесь вот он стоял. Я пробежал, походу. Тут одну траву пособираю, чего бы нет. Вон он бур стоит. И да, я немножко скосил. Бедняжечка стоит полненький. Эй, плавилка, я притащил тебе меди. Давай работай. Посмотрим, как у нас дела здесь с переработкой обстоят. Две древесины я еще притащил. Держи. Ну что, для хаба... О, у меня ж тут вот-вот-вот кроватки появились. Шкафчики. У нас возможность апгрейда нашего костюма. Какая башка крутая. Класс. И даже можно вот этот фонарик, строительный пистолет поменять. А вот это что? А, это то, что будет у меня на фонарике висеть, видимо. Да, точно, классно. Классно. Основной цвет, конечно же, зеленый. Каска будет зеленого такого цвета. Обожаю зеленый цвет. Или оранжевый. Вот такого цвета.
Дополнительный цвет, конечно, будет оранжевого цвета. Так, дайте мне оранжевый, пожалуйста. Где оранжевый-то? Вот, оранжевый. Такой вот. И общий цвет. Это у нас тоже будет зеленый. Зеленый костюмчик. Все в один тон постараюсь. Ну, вот, типа вот так вот. Нормально же? Пойдет. Вот, вот тут вот брюлик, вот этот вот. По окну. Брелок, проверка. И все. Теперь у меня огромная башка. Можно поаплодировать себе. Ну что? Комната у меня шикарная. Посидеть, поесть, есть место где. Посмотрим, что мы еще новенького научились делать. Все наши шокеры, больше ничего. Тут у нас что? Винты и прочая всякая ерунда. Заглянем в хаб. Узнать, что нам еще нужно. Известняк, конечно, но это все, в принципе, у нас есть. И после открытия этого у нас появятся конвейерные ленты. Наконец-то! Наконец-то. Но я думаю, что это уже будет в следующей серии. То есть конвейерные ленты, вот это вот все. Автоматизация начнется с третьего... О, у меня даже буры перекрасились. Прикольно. Классно. В общем, автоматизация со следующей серии. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, старое, новое продолжение с сюжетом, то ставь лайк и подписывайся. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи!